да, почти все так и было. Просто, знаете, вот эти 90-е годы, они любили и искали очень многих художников. И акварель стала постепенно умирать в те годы, когда уходили люди в живописи. Графика имела маленький спрос, и нужно было что-то с этим делать, чтобы как-то поддержать художников и не дать умереть тому или иному виду искусства. Поэтому эта идея была действительно поддержана министерством. Слава Богу, что к нам прислушались. 21 год назад, в 99 году, мы открыли выставку. Конечно, если смотреть в прогрессе, то в динамике, то сегодня уровень выставки очень вырос, и он сегодня не уступает тем западноевропейским биеннале, которые на протяжении многих десятилетий проходят и в Польше, и в Болгарии, и в Македонии. Ну, может быть, в Японии, в Румынии, можно продолжать, может быть, это даже из латиноамериканских стран, биеннале и так далее. Что такое триеннале? Раз в три года. Это название триеннале, потому что я так услышала, кто-то спросил, что такое триеннале. Вот раз в три года этот конкурс проводится действительно раз в три года, и конкурс этот имеет... Он действительно не имеет сейчас никаких границ географических. И Айра Трамфович говорил, первый был республиканский, вторая выставка, когда мы увидели, что не республиканский, прошу прощения, не региональный, уральский. Когда мы увидели, что мы Урал осилили, да, тогда расширили до российской. И была выставка статуса российского. И принимали участие художники из России. А уже третья, 2001 года, она уже была международная, и вот сегодня это уже такой раскрученный проект, что называется, не приходится никого из художников выискивать или там из графиков Европы кого-то там уговаривать, они уже сами присылают, когда будут рассылать фото. Те, кто у нас есть просто такие художники здесь, такие участники выставки, которые по несколько раз это вот Илуха Жбовна, вот здесь есть. Я не имею в виду башкирских художников. Они, конечно же, в каждом регионе участвуют у нас, в каждой выставке. Это и Владислав Квартальный из Беларуси, поляк Илуха Жбовна, американец, японец американского происхождения Юджи Хирацука, много очень. Вот канадка Дебора Чапман и канадец Гина Джебер. То есть можно было назвать очень многих художников, которые из года, вернее, из раза в раз стараются завоевать вот эту статуэтку гран-при. Ну вот жалко, конечно, что не привезли. Как-то надо было. А еще не отправили? Нет, еще не отправили, потому что это отправляется вместе с статуэтком. Ну, кстати, образовательный вопрос. Вот, первый гран-при, линии статуэтки, да, графики на графике вызывают. И первый, второй, третий. Да. Вот, золотая серебряные и бронзовые медали. Ну, это условно, конечно, они золотые, серебряные и бронзовые, но медали за первое, за второе, за третье место, как положено. Плюс дипломы. И до дипломов еще две премии, как правило, у нас мастерство. Там, конечно, не медали, ничего, там просто денежный приз. А вот к медалям и к гран-при там тоже и денежные призы в том числе. Плюс иногда у нас бывают спонсоры у этой триеннале. Вот у нас три спонсорские премии, они здесь есть у нас как раз. Ну, потом посмотрите, у кого там внизу все написано, у кого спонсорские премии, у кого что. А однажды у нас вот эту статуэтку гран-при, это такая стилизованная женская как бы фигурка. Да, вот она здесь есть. Так вот однажды у нас был спонсор, ювелирная компания «Алтынай». Они нам сделали вот такую брошь, 11 граммов золота, в виде вот этой вот статуэтки гран-при. И придумали они сами такую премию «Лучшей женщине графику», то есть за лучшую женскую работу. Ее когда-то получила Ольга Самосудова. Вот. Ну, для того, чтобы определить первое, второе, третье место, у нас собираются, как правило, международные. В свое время были в этом международном жюри аргентинка, и поляк. Вот это, как правило, известные очень художники и такой звездный состав. У нас и в этом году был звездный состав. Это Владимир Суев, Нижний Тагил. Очень известный художник, у которого 15 гран-при по миру и 3 с
300 выставок международных за плечами, и в нескольких вот этих биеннале международных он был членом жюри, а в нашей он как бы бессменный член жюри, и вот несколько лет в этом году и в прошлом году был председателем. Потом Иржи Бразда, известный чешский график, очень известный, и Роман Собстов, молодой, но очень талантливый белорусский художник, тоже очень известный на сегодняшний день. Это в этом году Айрат Рауфович, ну и я, вот пять человек в жюри, как правило, вот этой пятеркой ограничиваем себя, человек не больше, зато очень оптимальная такая работа. Вот. В этом проекте, как правило, еще бывают сопутствующие выставки. Иногда это бывают выставки там, призеров предыдущих триеннале, вот как в прошлом проекте было. А в этом году мы сделали такую сопутствующую выставку, выставляющую нас члены жюри, чтобы было понятно, а судей кто. И вот, когда мы открыли эту выставку, небольшой галерее артистов там уже, то ребята, которые пришли, они сказали, что сомнений в том, что вот эти люди имеют право судить всех, никаких, абсолютно никаких сомнений. Вот. Ну и в этом году еще сопутствующая выставка была выставка ксилографии роскошного совершенно мастера ксилографа Михаила Михайловича Верхоланцева. Это член корреспондент Академии художеств России. Это очень известная. Классиком он был еще в прошлом веке, в 20 веке. В 90-х годах это уже был классик. Я уже не говорю о том, что сегодня это один из самых-самых уважаемых ксилографов. Вот такой проект. Ну и, конечно, я благодарна музею за то, что вот эту выставку музей возит сейчас, потому что, конечно, обидно, когда в Уфе ее посмотрели, а в других городах ну, кто-то приехал, да, кто-то успел, а кто-то не успел за две недели, пока выставка висит там, в стенах одного или другого зала. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы ее посмотрела как можно больше народу, вот почему. Если живопись сегодня более понятна или менее понятна, но, во всяком случае, более привычна для обывателя, то графика, она требует и насмотренности, и попытки разобраться в том, что это такое, и каких-то более или менее там знаний, как отличить одну технику от другой техники, что такое литография, иногравюра. Вот. Поэтому, конечно, к графике интерес нужно все время либо подогревать немножко, либо пытаться пропагандировать этот интерес, чтобы его понимали так же, как понимают живопись и скульптуру. Вот это такой момент, который очень хотелось бы, чтобы Стрельдамаки тоже он распространялся, вот этот опыт, да, пропаганда. Я знаю, любителей, есть очень много любителей графики в России, и даже коллекционеров графики. И вот на триеннале в Уфу приезжали коллекционеры, мои знакомые коллекционеры из Москвы, из Петербурга, из Нижнего Новгорода, приезжали художники из Вологды, приезжали художники из Екатеринбурга, те, чьи работы выставлялись. И те, чьих работ даже не было, но они приехали посмотреть из Екатеринбурга в Уфу, потому что это очень интересный проект. Да, что в советское время, вот так, когда мы начинали в 95-м году, в советское время, но тем не менее, все равно в то еще время, таких биеннале и триеннале не было еще. Почему? Потому что была приостанавливалась из-за кризисной вот этой ситуации. Потом она опять возобновилась. Как только мы сделали эту триеннале, так вслед за нами открылась биеннале в Новосибирске, но она уже теперь не проводится, они там провели 4 года, и все, ее уже не проводят. Теперь, вот совсем недавно, несколько лет назад, открыли в Казани биеннале, и, значит, ну, поскольку они раз в 2 года, у них там немножко. Вот. И после нас квадриеннале в Петербурге и
набрал графа, инициативу, то есть мы подтянули вот эту ситуацию, и это здорово, потому что это существует, мало кто знает об этом. Я девочка поговорила сейчас до конференции, до пресс-конференции, что существует такое графическое сообщество мировое. Графики, которые участвуют в этих международных биеннале, друг друга, как правило, ну, большинство из них, во всяком случае, те, которые участвуют в одних и тех же биеннале, они друг друга, по крайней мере, знают. Потому что, как правило, да. Каждый мысль выпускается в каталог. Каталог, и каталог, который даже заезжает.